Расскажу, что со мной вчера произошло. Я себе купила курс по йоге, занятия через интернет, и вот вчера начинается долгожданное первое занятие. Оказывается, там очень важно дыхательные какие-то упражнения, и нужно было что сделать? Закрыть ноздрю левую, правой вдыхать на там несколько счетов, да, потом задержать дыхание и выдыхать левой. Я вот сделала правой, левой выдыхать, у меня ничего не получается, потому что полностью забито. И вообще, вы знаете, у меня, ну, я даже думала, что у многих людей так, одна дышит, потом вторая дышит ноздря. И я очень сильно расстроилась, потому что хотела все-таки на этот курс пойти, хотела его пройти. Как раз время такое, вот йога, ну, никогда не занималась, да, вот решилась. И получается, что я не могу его нормально полностью пройти. Что я сделала? Я взяла, вот мы заказали спрей прополис, заказала, правда, деткам, да, ну, просто с клубникой, с клубничным вкусом. Вот, ну, решила себе попробовать. Я открыла и брызнула спрей в левую ноздрю, которая у меня не дышит, в надежде, что начнет дышать. Чуда не произошло. Не начала она дышать, ничего абсолютно не произошло. Потом я что сделала? Я брызнула в ухо. И в ухе у меня зашипело, вот в это левое ухо. Я легла потом на бок, ну, вот так вот полежала на правом боку, да, чтобы оно не вытекло. И буквально, я не знаю, минуты через две или через три у меня начинает все дышать. И левая ноздря, и правая ноздря. И я все потом по записи уже, конечно, сделала. Позанималась йогой, позанималась дыхательными этими упражнениями. Но что приятно, друзья, то, что уже прошло больше, чем полтора суток, у меня дышит нос полностью. Я сегодня даже вышла с собакой гулять на улицу. И иду, наслаждаюсь, утро свежо, я все слышу, нос дышит, вообще очень классно. Поэтому видео это записываю. Вдруг у вас что-то не сработает, если будет насморк. Вот попробуйте и в ушко закапать прополис, да? Очень классно, я просто довольна, что вот у меня получился вот такой вот результат. Обращайтесь к тем людям, которые дали вам это видео, они вам скажут, где этот прополис, как его приобрести. Это от турецкой компании Эрсак. С вами была Любовь Долгая. Желаю вам любви и здоровья. Пока-пока.